Один из важнейших праздников страны – День народного единства – отметили в Петропавловске. Для жителей и гостей краевой столицы подготовили праздничные мероприятия. На главной площади собрались сотни человек. С главной сцены для камчатцев прозвучали теплые слова поздравлений. Несмотря на различия наций, религиозную принадлежность, сословия, тогда и сегодня мы живем в единстве и в братстве. Хочется пожелать в этот день счастья, здоровья, благополучия, мирного неба над головой. Участники праздничного мероприятия возложили к стеле «Город воинской славы» венок мира. Поздравить друг друга с Днем народного единства решили и сами горожане, и гости краевой столицы. Поздравляю Камчатку с международным Днем единения. Это, наверное, праздник для нас очень большой, хороший праздник, который объединяет нашу Россию в одну страну. Желаю всего самого лучшего, здоровья и вообще погоды хорошей, побольше и всего хорошего. Всем благополучия. Всем здоровья, всем удачи. Желаю всем быть здоровыми, счастливыми. Ну и главное единство, главное дружба. Мы детский сад номер 7. Поздравляем весь город наших всех жителей и гостей приезжих с этим замечательным праздником. В садике мы провели мероприятие очень большое по этому поводу. Интересные новые игры, всех народов нашей большой страны. Для юных гостей праздника на площади у стелы «Город воинской славы» работала детская площадка «Русские забавы». На протяжении дня можно было наслаждаться концертом, фотографироваться с аниматорами, участвовать в конкурсах, да и весело и интересно проводить время. Погнали! Истинные леди! Добавим, День народного единства отмечается в стране ежегодно 4 ноября, начиная с 2005 года. Праздник учрежден в честь исторических событий 1612 года, когда всенародное ополчение освободило русскую землю от польских захватчиков и положило конец смутному времени. Эта победа послужила мощным импульсом для объединения и возрождения нашего государства.